Итак, друзьяки, всем привет! Значит, что у нас? Началась заливка армопояса. Зробив опалубку. Опалубка, получается, ми з целью, щоб, допустим, сохранити саму шальовку, ще на кришу пустити. І вони так все побивали пленочкою, щоб потім можна було розібрати. І отак от пов'язали всю арматуру. Так, як я і казав, на 5 сантиметрів розширили. Ну, ровно на брусочок получилось розширення. Ось отут. От, видно, тут хорошо, внутрі, покажи. От, брус 5 сантиметрів і буде армопояс шире на 5 сантиметрів. І нам цього хватить, щоб поставити пліту сантиметрів 7 і сама блочина ляже. То, що пишуть там, стінка буде висіти, вона висіти не буде. Ось, дивіться, примірно. От швакоблочина 19 сантиметрів. А в нас виходить тут 25. Із 25 7 забере пліта, 7-8. Остальне для неї, для ряда. Тобто нормально, нічого воно висіти не буде, як ви там пишете мені. Зараз вони заливають, а я буду вібрірувати. Я там придумав віброперфоратор. Зараз вам це все покажу. Ото таким методом, метод перфоратора, і в мене було поломане сверло. Обрізав і наварили шайбу. І зараз покажу, як вібрірує хорошо. Подивитесь самі, ну, самі своїми глазами. Самый лучший вариант – это перфоратор за таким приспособлением. Шайбочку беріть товще, бо я тоненьку взяв, її перекалив сваркою і поламалось. Воно то нічого страшного, ну беріть товще. А так дивіться ефект який.
Бачите, как хорошо, полностью хватает именно на толщину, допустим, как тут 25 на там 15-20 хватает. Ну, это кто не знал. Кто не знал, будете знать. Все, бачите, вот полностью повязано. Углы завязаны. Сюда метр и сюда метр. На 4 прута каждый угол повязан. Ну, хорошо, будет для плит. Именно самое то, плиты ляжут, моща будет поднимать. У них тут, а как устроен процесс? Два человека на бетономешалке, один нагружает, один там контролирует весь процесс. Ну, то есть, вот такая линия. Делают бетон. Я им скажу, сделайте по моей пропорции. Вот так. Это выходит там плюс-минус в домашних условиях М300, марка бетона. Ну, понятно, что она не М300, ну, это непогано. Так само я сделал стаканчики на ангар, маленькие стаканчики. Вони синие, дебелые, их поповнил, я наливал в банку из-под краски, вставлял арматуру, проверял, який бетон. Так вот, эта банка до сих пор есть просто, ну, как железо, реально, как цельный монолит. И также эти стаканы сделаны для ангара. Вот на ангар пішло 12 мешков цемента, тоді все стоит четко, не день ничего. То есть стаканчики не здоровые, я сам говорил, ну, кто повний или не знает, зайдите, подивіться, как мы ангар фундаменты начинали. И также я заранее набираю им воду у бочки. Бо в колодязі не багато води, ну як хвата на мої нужди, а так і мало. Я скважини підключаю отдельно і набираю сюди по три бочки, щоб не закінчувалась вода. Мені так удобніше. Сейчас попідключаю. Thank you.
Thank you.
вот, друзья, а так произошла заливка армопояса. Осталось пару ведер лишакового, так мы тут, где собака разрывает ямки, сюда и закинем. А еще там будет деньги? Да, да, да. Не, так и все, поворогнув, значит все. Вони даже не балакают. Просто так раз. Времени нема. Балакати нема ніколи. Времени нема.